Продолжаем готовиться к Новому году. И сегодня у нас необычная закуска. Особенно она понравится тем, кто обожает салат, селедку под шубой. Поехали готовить. Свеклу, морковь и картошку отвариваем до готовности. Яйца варим вкрутую. Овощи лучше берите небольшого размера, чтобы у нас ничего не оставалось, а все ушло, так сказать, в производство. Итак, все отварное остужаем. Яйца очищаем, разрезаем вдоль напополам. Отделяем желтки от белков. Желтки разомните вилкой и пока в сторонку. Теперь надо покрасить белки. Для этого маленькую свеколку натираем на мелкий тер, выкладываем в глубокую емкость, заливаем водичку. Отправляем белки краситься на 20 минут. Теперь приступим к овощам. Отварные корнеплоды очистить и натереть на крупной терке. Перекладываем в глубокую тарелку, туда же отправляем желтки. Соль, перец и любимый мазик. Естественно, надо все хорошо перемешать. А вот и наши красивые белочки подоспели. Выкладываем начинку небольшой горкой. Низ белка немножко подрезать ножом, чтобы яйца устойчиво стояли на поверхности. На начинку выкладываем кусочки селедки и украшаем укропом. Такая порционная закуска понравится каждому гостю. Наслаждаемся!